Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, и мы продолжаем проходить улыбку вампира. Ну что ж, давайте приступим. Естественно, синглплеер, история. Так, ну не тебя, вот, наш самурайчик. Где-то мы наверху вроде закончили с вами, если не ошибаюсь. Ага, вот здесь, башня Грим. Так, миссия Юки была нелегка. Пробил тот час, когда пора ее освободить. Понятненько. А я так понимаю, мы бежим именно в ту психушку, где ее сейчас держат. Скорее всего так. И я даже сомневаюсь, что это психушка, а скорее всего ее там для опытов держат. Мне так почему-то кажется. В общем, все это узнается потом. Ага, родные, здравствуйте, я как раз вас ждал. О, отряд зомбарей. Хе-хе. О, шикарно получается у нас. Блин, все-таки булава, когда она прокачанная, дает о себе знать. Посмотрите, просто в мясо все. Крающе тут, конечно, ребята не пожалели на игру. Что ты прикрываешься-то, елки-палки. Вот так. Очень довольно быстро я с ними со всеми разобрался. И очередной ящик. Что в нем? Ё-моё, шотган. Интересно, я могу его применить или нет? РТУ. РТУ. Слушайте, по-моему, уже это была комбинация на каком-то виде оружия. Да хорош ты уже достал мне своим ножом, тут бегаешь. С подтишка причем. Так, бочонки эти. Все это шелуха, ребят. Сейчас я им тут задам жару. Кто там? А, это они летают с пилой. Думаю, кто у нас тут с пилой? А это, оказывается, эти бочки. Ясно. Да что ты достал? Ты уже меня в поле, действительно. Воу-воу-воу-воу-воу. Видали, ребята? Но почему-то шотган срабатывает именно на ту же самую комбинацию, что и УЗИ. Хм, странно. Как-то тут немножко не продумали, не в этом плане. То есть я стреляю из УЗИ, нажимаю еще раз кнопку U, он переставляет шотган. Странно. Ладно. Вот, видите? Да, немножко не продумали, конечно, в этом плане. Ой-ой-ой, зачем я это сделал? Да экспериментировался тут кнопочками. Ладно, бежи. Так, куда? Сюда, что ли? Да-да-да, именно сюда, ребята. И что дальше-то? Что-то куда-то мы все вверх, вверх, выше, выше. А там вдалеке какие-то дирижабли летают. Опачки. Давайте, ребята, приступим к музыкальной паузе. Послушаем заодно, что тут за музыка у нас будет звучать. Какая музыкальная композиция. Ну, сейчас довольно все легко. Б, А. Да что такое-то, а? Ну нафиг. Вау, я раздухарился. Черт, пропускаю очень много. Отлично. И 90%. Неплохо. Это лучший результат, который у меня был. Ну, что тут у нас? Да как так? Все тихо. Странно очень. Обычно такие комнатки не проходят. Втихую. Ай-яй-яй, это же огнеметчики, да? Да, точно, елки-палки. А я тут на расслабоне сижу, блин. Да ядрить тебя. Так, ну-ка нафиг.
Так, сейчас они меня с двух сторон-то, если прижмут, будут поливать тут огнем. Так, минус один, отлично. Черт, не дал подлететь к нему. Ха-ха, сзади ему не нравится. Что-то полетел. Куда, иди сюда, красавчик. В противогазе. Ёлки-палки, аж надо было таких придумать. Подождите, а при чем здесь время, ребята? У меня, смотрите, 1,5 минуты было. Минута 19. Это к чему все? Не пойму я. Ага, встают. Встают упыри. Черт, надо что ли за это время успеть забомбить всех? Ух, тогда нечего тут рассусоливаться. Ребят, надо как можно быстрее их тут валить. Блин, музон вот этот мне нравится. Обалденный. Так, отлично. Ну, скелеты эти, мертвецы, я думаю, сейчас... Блин, минута осталась, ребят. Минуточка. А, черт, подери, нет, успели все. 40 секунд. Да что ты... Все? Да ну нафиг, все. Да что ты прицепился? Или мне надо за это время успеть, или мне надо продержаться это время. Одно из двух, ребята. Третьего не дано. Давай его этого головой. С гранатой еще бежит. У-ху-ху. Нормально их прополол здесь. Как сорняк на грядке. Да что ты. Не, дробовик какой-то неэффективный. Нифига. Вот так вот. Че ты бежишь-то ко мне сюда, а? Ракитус. 3 секунды осталось, ребята. 3 секунды, 2, 1. И смотрим результат. Никакого результата вообще. Странно очень. То есть я и не выиграл, и не проиграл. А в чем же тогда была загвоздка? Да на ты уже достал. В корень, на самом деле. Вот так вот. Попался, как говорится, под мой шикарный козырный удар. И открылись ворота. Ладно, вроде бы здесь больше ничего нету. Продвигаемся дальше. Опять вниз. Ага, здесь кодовая дверь. Значит, нам нужен где-то ключ. И здесь то же самое. Два ключа получается. Так, стрелки показывают идти сюда. Но тут можно еще наверх вроде бы. Так, здесь тупик, ясно. Значит, все-таки налево. Так, что опять? Ага, ниндзи. Ладно. И этот спецназовец, блин, чертов. Надо его здесь ловить. И убивать как можно скорее. Ух ты, тут опять соляночка, ребята. Соляночка, это означает, что все виды монстров в одном флаконе. На одном уровне, точнее. Давай, иди сюда, пирал. Ага, шикарно. Ты сюда тоже иди. Вот гад, что ты делаешь? Блин, ребята, я не помню, у меня блок-то есть или нету? Могу я, как они, блин, отбиваться или защищаться, в конце концов? По-моему, нифига у меня нету. Я чисто привык к рукопашке. Ну, если это так можно назвать, рукопашка. Так, суперудар летит. Кстати, да, надо было мне его использовать. Ну да ладно. Пока вроде бы справляемся и так. Тихо, тихо, родной. Робокоп недоделанный. Ни черта не вижу, эта перегородка только мешается. Так, один остался. Два, три. Троечка еще. Да какое тут три, они все прут и прут. Вот это самое то, что надо, ребята. Проходишь сквозь них, точнее пролетаешь. И со спины их разбиваешь. Лучшего пока я еще тактики не видел. Так. Корректненько. Все, по-моему, блин, последний хотел сказать. Ага. И тут все больше и больше. Давай этого спецназовца еще ловим. Добиваем и продолжаем проходить. Далее. Ну иди сюда, ты хорош, ты уж гранат свой бросать. Ну, черт, блин. Все, попался он мне. Под сквозной, так сказать, удар. Все, что ли? Давайте монетку соберем. Ящичек тут у нас, что в нем выпадает? Карточка. Ага, одну карту мы нашли. Ладно, наверняка открывается нижняя дверь. И потом мы уже будем искать вторую карту. Что здесь, можно пройти? Нет, показалось. Показалось, ладно, выходим отсюда. А стрелочки уже на ящиках поменялись. Так, ну как я вам и говорил, открывается нижняя дверь. А потом нужен будет ключ. Здравствуйте, приплыли. И зачем?
Великолепно, да? Это взять карточку для того, чтобы взять следующую карту. Тут у меня ждала засада. Я думал, какой смысл в этом во всем? Вот они, значит, что придумали. Блин, еще таких вредных мобов сюда всунули. Ненавижу их. Самые противные. Ух ты, да еще сколько их тут. Так, успокойся, родной. Отдохни маленько. Черт, они такие же ловкие, как и я. Еще и блокируют удары. Тихо, надо отбегать. Нет, в принципе, можно было бы сейчас с ними разобраться в плане того, чтобы одного за другим бить именно тихо. Попал, зараза. Нет, дробовик не берет их, и УЗИ тоже. Слишком они хорошо умеют защищаться в этом плане. На-ка, еще разок. Ух, добил. Великолепно. Че, ничего не выпадет? О-о-о-о, это что еще за чудило, блин? Это что, босс, что ли? Нет, ребята, это не босс, это обычный моб. Потому что шкалы жизни я у него не вижу, блин. Что за придурок, а? Да отстань ты от меня. Блин, он меня давит, ребята. Ах, он еще и с гранатометом. Да. У него, значит, копье, гранатомет. Прыгает. Ну, сопляжуй, на, в шее. Жив еще? Жив, гад. Ну, покосил он меня тут хорошо. Тихо, успокойся. Да все, может, сдохнешь уже, а? Где твои жизни, гад? Ах, вот это было добивание, ребята. Эпическое, так скажем. Ну, хоть жизнь мне поправили, и то спасибо. Так, теперь мы идем наверх и открываем вот эту дверь. Великолепно. Ну что ж, продолжаем. Опять мне надо наверх. Тихо, здесь какой-то узенький проходик. Что? Что опять не так? Блин, опять эти уродцы. Так, еще и тыквы. Тыква-роботы. Давайте всех крошить. Слушайте, я, по-моему, мясницкие топоры не улучшил, да, ребята? Ну-ка. Нет, нифига не эффективный удар. Слушайте, а как там эти ядовитое облако там выпускать? Я уже забыл, блин, комбинацию клавиш. Черт, подери, как не вовремя. Спецназовец. Да, их тут три штуки, ребята. Нет, уже две. Ну, слава богу, хпшки у меня прибавляются, сердечки даются. Что ты тут ржешь, блин? Тыква. Хэллоуин уже давно-давно прошел, а ты тут все бегаешь. Йо-хоу, йо-хоу, вот я тебя сейчас открою тут, йо-хоу. Блин, не дают подойти, сбивают меня, потому что они с автоматами, как вы видите. Черт, тебя подери. Ну да сгинь ты уже, а. Нет, все-таки сбивают меня эти паразиты, не дают мне нормально повоевать. Все, сейчас добьем тыкву. Сколько тебе еще надо бить? Черт, тебя подери, все, добил. И последний спецназовец остался. Тихо ты, смотри, что делает, а. Подловил меня все-таки говнюк. Давайте там его и уроем, блин. В уголке, так сказать. Букв его не было. У меня это вышло. Что тут открылось? А, вниз надо, да? Так, по-моему, где-то здесь. Или мне показалось, что монетки выпали. Да, по всей видимости, мне это показалось. Выйти я отсюда не могу. Ой, куда я упал-то? Здесь я начал. Надо в другую сторону идти. Вот здесь. Вот здесь. Подожди. Туда нет прохода. Потренировались маленько. Все, давайте вниз. Оу-оу-оу-оу-оу. Это что такое? Мёрдерфлай. Это, ребята, у нас босс очередной. Какая-то бабочка. Ладно, будем устраивать этой бабочке паучий поход. Тихо. Что он делает, я не могу понять. Ё-моё, ничего себе он жарит. Оу, хорош, успокойся. Так, еще зомбари эти. Ага, он еще летает. Вот так вот, значит, да? Ладно, гаденыш. Давай поиграем по твоим правилам. Как скажешь. Так, что такое ты делаешь, а? Зомбарь этот... Ух ты. Значит, получается так, ребята. Ё-моё, нельзя стоять внизу. Он тебя начинает приковывать мечом своим. И это печалька.
причем довольно большая печалька. Черт, как его поймать-то? Смотрите, я наверху, он летает бесконечно. То бишь он даже не приземляется. Паразит. Надо как-то его ловить. А как тут его поймаешь, если он постоянно в движухе? Тихо. Отлично. Блин, сбил меня. Ага, а так, когда он летает, тоже меня сбивает. Вот паразит. Летающий убийца, да, действительно оправдывает себя. Так, о, попался. Какой-то, блин, комарик. Какой комарик? Бабочка, точнее. Комарик, блин. Какая-то бабочка. Бабочка-скелет. Оу-оу-оу-оу-оу, ребята, ё-моё. Да ну нафиг, брось ты. Так, откуда я начну? Блин, надеюсь, не слишком далеко-то, а? Так, давайте возьмем, наверное, я не знаю, хаммером, может, попробовать, или все-таки мечом. Ага, слава богу, не очень далеко. Так, ладно. Честно говоря, я еще не понял его стратегию. Кроме одного, что он умеет летать и с небес на меня с мечом нападать. И вот эти скелеты, как всегда, не вовремя. Абсолютно не вовремя, ребят. Они... И причем довольно неплохо он кумарит. Ребят, смотрите, опа. Черт, не могу попасть хаммером по нему. Пригвоздил. Блин, эти скелеты мешаются, а. Что ж делать-то? Ну, хотя бы он их и бьет. Так, отлично, пока идет вроде бы неплохо все. Ну, приземляйся. Давай, бим. Черт, эти зомбари меня отвлекают, ребята. Зомбари мне всю мазу портят, блин. А на них тоже отвлекаться смысла нету. Да ну, ребят, смотрите, у меня уже жизни-то ни шиша не осталось. Печалька, вообще печалька. Ага, подкрепился, это радует, ребята, это радует. Ну, давай, осталось чутка. Что ты там с ума сходишь, блин, баттерфлай, блин. Давай. Чертовы скелеты. Так, отлично. Да ну, хорош, еще и спецназ тут выбежал. Черт, как бы мне его... В воздухе бесполезно, ребята. Надо именно на земле его бомбить. Полнейший трэш, а. Летун хрена, блин, у них все какие-то боссы тут, летуны, пердуны. Я не знаю, как еще назвать. Не получится подлететь на безопасное расстояние, потому что это все полная фигня. Тут надо действовать только грубо и только впрямую. Точнее, вплотную впрямую. Хорош, успокойся. Так. Поможет? Нет, ребята, как думаете? Ни хрена не помогло, блин. Ну, ну, давай ты, ну, самурай, ну, давай, отлично, ну, еще удар. Да какой, блин, спецназовец, ты хватай его. Там надо нажать на Б, отлично. У-ху, что, флаймардер, все, сгорел на работе. Монетки, конечно же, монетки. Отлично, блин, все-таки один раз он меня завалил, этот подонок. Довольно-таки сложноватый босс. Даже не то, что сложный, он просто неуловимый. Так, а это у нас кто такой? Ага, мы прошли с вами, ребята, Грим Товер. 794 дамага. Я всего нанес так мало. И мы спустились вниз. В какую-то машину. Какой-то вездеход у нас получается, да? Ладно. Диаболис смотрит мне в душу. Че там? Может быть... Этот механизм попробует со мне подчиниться? Какой-то дьявол. Ну ладно. Так, сколько у меня монеток? 300. Ну давайте, наверное. Ух ты, у меня ножницы какие-то есть. А где это я их взял? Ножницы. Плюс еще это. Ха-ха. Ну-ка давайте-ка глянем. Я что-то такого не помню, чтобы я где-то взял. Так, вот. Ножницы, да? Ага, отлично. И еще у нас появился какой-то... Ну, этот, я помню, давно у нас был, но я его даже не испробовал. Какой-то пистолет, автомат, непонятно, что это такое. В общем, сейчас мы с вами посмотрим. Главное, не забыть, на какие кнопки. Что это такое? Что? Да, он же должен вроде как стрелять. А вот ножницы... Ух ты! Вот это уже другой разговор.
Ничего себе, вот, ребят, смотрите, он прыгает, делает сальтуху, соответственно, рубит ей, наверняка. Так, ну, ножницы меня пока, наверное, устраивают. Сейчас посмотрим, как они будут в бою себя. Ё-моё, вы посмотрите, какой агрегат сейчас стоит. И я так понял, мне надо идти именно в него. Это что такое? Это что? Брызгалка, что ли? Ну да. Нифига себе, смотрите, какая обалденная бандура. Значит, сейчас... Хорош! Так, ну-ка, будем испытывать ножницы, ребята. Черт, не успел поймать. Хотел секануть, но не вышло. Давай этих роботов бомбить. Кстати, откуда они здесь взялись? Вроде бы не было этих кибернетиков, которые их плодят. А, они сверху кто-то падают. Ладно. Займемся тогда вот этим вот щеглом. Брызгалка, блин. Что за бред? Да, вообще неэффективно, нифига. И для чего оно, интересно, здесь дано, это оружие? Да смех на палке просто какой-то. Вообще ничего не делает. Да. Просто вообще бесполезная, бесполезная брызгалка. У меня в рукопашку и то больше эффекта. Давайте обратно ножницы возьмем и начнем их колбасить. Разбомбили. Все, нет. Дали опять ящик. И что в нем? Ага. Спирит Диш. Опять магию какую-то дали мне. ЛТ и А. Слушайте, ребята, такое ощущение, что это этот подхил будет у нас. Ух ты. Ничего не понял, конечно, но сработало. Так, с дубинками. Слушайте, а ножницы довольно неплохо, ребята, колбасят. И за счет того, что оружие довольно быстрое, мне нравится. Даже эффективнее, чем мечи. Шикарно. Все, добили мы их. И по ходу дела здесь все, да? Можно, наверное, идти на выход. А, это только была первая комната. И опять этот унитазник, блин. Ладно, давайте с ним разберемся. Ха-ха. Да, судя по тому, как мы наносим урон, ножницы эффективные штучки. Так что будем пока пользоваться именно ими. Готовченко. Варвар-самурай. Сдох. Давайте разберемся теперь с этими ниндзями. Да я себя чувствую просто непобедимым. Кто тут вообще может мне что-то сделать? Никто. Ё-моё, копится и копится. Орды просто. Ну-ка. Прошил всех. Да какая брызгалка. Брызгалка мне не нужна. Ребят, ну что в самом деле-то? Издевайтесь надо мной. С этой куколкой, блин. Давайте вот нажать. Нажаем, точнее, ножницы. Блин, расколбас, конечно, вообще полнейший. Прошел. Вау, вау, вау. И ящик очередной. Что тут у нас? Ага, витамины кошачьи. Зачем они мне, ума не приложу. Ну, раз есть, так есть. Так, мы поднимаемся. Подождите, зачем нам подниматься, если надо вниз? Я вижу ящик внизу, до которого, по ходу дела, не добраться. Сюда тогда пойдем. Так, тут вниз можно опуститься. И ящик, да? Да, так оно и есть. Что с него? Ё-моё, робот. Ага, я так понимаю, что это, получается, уменьшенный урон от роботов. Карточки у меня нету. Да ё-моё, дайте мне туда залететь-то. Так, давайте вот сюда, наверное, встанем. И полетели. Черта с два, он не может так хорошо манипулировать, как с мечом. Летит по особой траектории. Шестеренки крутятся. Что-то мне не нравится это все, ребят. Какой-то наверх. Ну ладно. Сморчки болотные. Вау, минус один. Еще минус. Просто прорубаю
всех насквозь. Не туда запустил? Ну да и фиг с ним. Да хорош ты, успокойся уже, а. С ночным видением, по-моему, не так уж и темно. Опять я эту брызгалку взял. Все время надо будет ее убрать с этой кнопки, она меня раздражает, если честно. Чтобы на следующий раз она не выпала. А то прикинь, да, на боссе буду, останется мало хп у него. А он эту брызгалку... Да что ж такое, брызгалку туда стоит, начинает дурачка валять. Вау. Но все равно, шотган тоже какой-то неэффективный. Да и Узи, честно говоря, тоже. Огнестрел тут не котируется. Лучше всего ближний бой. Это типа вот ножниц, хаммера. Вот это да, это чувствуется мощь. А от этого никакого толку. И очередной ящик у нас. Так, получил карточку. Но это как раз, ребята, внизу, где двери были заблокированы. Сейчас мы их и откроем. Так, подожди, а где у нас? По-моему, на нижнем ярусе, если не ошибаюсь. Нам надо отсюда выходить полностью причем и спускаться вниз. Так, ну не здесь, здесь. А, здесь, здесь, ребятушки, здесь. Так, стадион. Ключ от стадиона. Это что такое у нас? Хоккей, что ли? Просто это будет сейчас. Но я, в принципе, не возражаю. О-о-о-о, ребята, босс очередной. Голи. Голи. Голи, просто. Ну ладно, будем тебя чикрыжить. Что ты тут из себя представляешь такого сверхмощного? Блин, да офигеть, можно. Хорошка. И, по-моему, ему по барабану, что я сделал суперудар этот. Да ну, брось его, у меня уже половина хп нету. Я ни черта не понимаю, что тут происходит. Все мельтешит. Черт подери, эти головы надо обязательно сносить, ребята. Иначе они сейчас меня тут расстреляют этими своими ракетами. Хоккеист-то что делает сам? А, так он их вызывает. Елки-палки, это бесполезно. Он сейчас их тут будет плодить и плодить и плодить. Подбивает меня, ребята, подбивает жестоко. Вот это удар хорош, ребята, мне нравится. Вот смотрите, оп. Ножницами вниз летит. То есть довольно эффективно против таких вот уродцев, как этот вратарь. Да ё-моё, да что происходит-то? Черт тебя подери. Надо с ним, ребята, в рукопашку, блин, идти. Ну, в рукопашку, в ближний бой. Нет-н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 ет. Ну, Б, отлично. Великолепно, давайте дальше продолжаем. Где сердечки? Мне нужны... Мне нужны сердечки, чтобы хп восстановить. Добиваем, добиваем, добиваем. Блин, не успел. Б, 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 Б. Хрен там Б, 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 блин. Ё-пр-с-т. Полный расколбас, полный. Так, этих всех уничтожаем отсюда. Ну, иди сюда, где ты? Ё-моё, попался под руку. Отлично, ну, последний удар. Последний удар. Черт, и у меня тоже немножко жизни осталось. Ребята, нет, 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 нет. Есть. Ё-моё, вы посмотрите, я ему голову срубил. Я практически был трупом. Ух. Пронесло нафиг. Так, и что? Мы прошли с вами уровень. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока. И до новых скорых видосиков, ребята. Удачи.